Да, дети были в шоке и сжигали их заживо. По статье 105 части 2 пунктом А, Б, В, Д, Е, Ж, З в составе организованной группы банды совершил ряд особо тяжких преступлений, в числе которых террористический акт, причинивший смерть 330 лицам и вред здоровью в различной степени тяжести значительному числу граждан. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что подсудимый Кулаев, совершивший особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, заслуживает назначения исключительной меры наказания в виде смертной казни. Подсудимый, вы вправе обжаловать приговор Верховного суда Российской Федерации в течение 10 суток со дня получения приговора. Подсудебное заседание объявляю закрытым. Мы не согласны с этим. Большинство потерпевших, я не хочу сказать, что все, а большинство мы не согласны с пожизненным заключением. Мы считаем, что исключительная мера наказания именно тот приговор, который должен был быть. Он будет дышать. Дети. Мы их не видим. Мы их. Thank you.